его привлечения вместе. Приведение показаний Кузнецова с просветием по реализации права правозащиты предъявленного обвинения. Кузнецов в совершении преступления подтверждает по полностью следовательной следующей позиции. Святой Шабалкин, следовательный сказал, что с 1985 года он работает в ведущем архиве Государственного архива Ульяновской области. 20 числа сентября 19 года справку по объектам расположенным по адресу Федерации 27.1 по 12.105 в Ульяновской области. Указал данный справку, что дом по 12.105 от дома известных правовладельцев заявил. По адресу Федерации 27.1 от татарской семьи Алиевой. Когда ошибочно нужно записать как дом общего, если объекты всегда обращаются в собственности религиозными указанными объектами, никогда не являются. Те дома, которые принадлежат.